Всем привет, с вами Серч, и добро пожаловать на 8-й выпуск Warface 7 Days 7 Plays. Надеюсь, вы еще не забыли, что мы ждем от вас красивой и честной игры. Тогда поехали! 7-е место, эстакада, снайперское мясо. Подкат ноускоуп и первый минус. Юлия Крамер держит в руках смертоносную снайперскую винтовку Alpine. И вот уже второй ноускоуп. Уже третий ноускоуп, релоуд и четвертый в голову. Парень явно не знает, что есть режим прицеливания. Подкат и очередной ноускоуп. Уже 6 точных попаданий без прицела. Тактичными перебежками движемся к воротам первого плента. Подкат и минус. 7 убийств без прицела. Заслуженное 7-е место. 6-е место. Нефтебаза. Игрок с громким никнеймом держит в руках Сайгу 12С. Прокид гранаты приносит ему гренадера. Подкат и минус. Дропшот минус. Пятым стал медик. Он просто раскидывает всех и получает комбо-убийство. Так держать, боец. 5-е место. Карта ангар. В руках у кондитерского изделия винтовка Alpine TPG-1. Красивый разворот на 360 приносит ему первый фраг с прокида. Красиво, не правда ли? Прицел и минус. Третий минус без прицела. Минусуем снайпера. Подкат и минус еще один. Решил зайти на респ? Смелый. Минусует с холодного оружия и получает кровавого мясника. Красавец. 4-й день. Кланвар на карте депозит. Наш герой держит в руках великолепный пистолет-пулемет АУК-3. Минусуем первого за стойкой. Быстро оцениваем ситуацию, меняем позицию, заходим сзади и делаем даблкил. Занимаем тактически грамотную позицию и пытаемся прострелить врага. Слегка дамажим его и минусуем его в голову. Тем временем команда противников ресает тиммейтов. Делаем 5-й минус в голову на штурмовике. Осталась всего одна полная обойма, и на финале патронов делаем 6-й минус. Все, патроны на нуле. В ход идет Беретта М9 и точно хедшот. Игра 1 на 1, инженер против медика. Заметил его справа и финальный хедшот. Отличная игра, боец. 3-е место. Бронза. Мясорубка ТК-2. В руках у нашего снайпера М200. Аэршот. Минусуем второго на лестнице. Догоняем прицелом и трипл килл. Выстрел в кусты и минус. Прострел досок и минус. Уже дабл килл. Выстрел вдаль и в итоге 7 красивых и быстрых убийств. Поздравляю, тяжелые ботинки на 7 дней твои. 2-й день. Серебро. ТК-2. Переулки. Нашим очередным смертоносным снайпером становится Мансуро. Первый минус под балконом. Догоняем штурмовика и минусуем снайпера на пленте. Делаем минус на НЖ. Игра 2 на 3. Берем небольшой тайм-аут, забираемся на второй плент и прострел ворот приносит нам 5-й минус. Тут же минус на лестнице. Ситуация 1 на 1. Медик против снайпера. Получаем дамаг со спины, разворот и минус. Затащил почти всех. Красавец. Шлем снайпера на 7 дней твой. 1-е место. Золото. Неудержимый снайпер. Сейчас вы будете наблюдать серию великолепных прострелов от классного снайпера с никнеймом Дембас. 1-е место по праву твое. Погнали! Ребята, поздравляю всех и сразу. Вы показали нам честную и красивую игру. Чтобы получить свои заслуженные призы, проверьте свою личку на YouTube.
На этом наш 8-й выпуск подошел к концу. Если ты желаешь попасть в Warface 7 Days 7 Plays, присылай свое видео, перейдя по ссылке в описании к этому выпуску. Ставь палец вверх, если тебе понравилось, комментируй, а также подписывайся на этот канал, чтобы не пропустить дальнейшие выпуски. Напоминаю, что мы ждем от вас честной и красивой игры. Ну а я с вами не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. Бойцы, желаю вам максимум превосходной игры.